Поспал бы лучше, не железный же, еще 10 витков. Да куда, дома высплюсь. И дорисовать надо, Третьяковка просила он. Третьяковка? Ну да. Первая картина нарисована в открытом космосе. Это ж тебе не подсолнухи страдать в горшках. Говорят, рядом с мишками в бару повесят. А, ты не знаешь, меня вообще-то художественным место до последнего держали. И чем закончилось? А не пошел. Можно летать и рисовать, а вот рисовать и летать, это вряд ли. Ну да. Меня вот на Кубу позвали. Тебя? Да. А. Из посольства звонили. Прямо в корабль. Поздравляли так. Угу. Здорово. А где я был? Ты как раз выходил. Да, я же... Мне же в это время Брежнев поздравлял. Сказал, лично в аэропорт встречать приедет. Слева от трапа в этой куракливой шапке. Потом на дачу. Нет, сначала в Кремль, потом на дачу. А вот не знаю, как ты добираться будешь. Да я что-нибудь придумаю. Все?